детскими болезнями, надо переболеть в детстве. Он по случаю оказался провинциальным актером. Изначально он другой судьбы человек. То, что с ним произошло, это так и должно было быть. Он прожил свою судьбу и прожил свою жизнь. Не вижу дыма. Здравствуйте, Олег Иванович. Он говорил, добрый день, подонок. Когда ему говорили, что вот великий, потрясающий у него ответ был. Карта так легла. Редкий случай, он мог править свою судьбу. Что-то за ним стояло больше, чем просто лицо или больше, чем просто талант. Но и в жизни была эта тайна.